Скидка предоставляется на квартиры в доме номер 2 жилого комплекса. Минус 10% при любом способе приобретения. Сразу за свои деньги, в рассрочку или в кредит. Это лучшее предложение весны с учетом того, что дом расположен на первой линии от границ парка. Квартиру выбрать, получить консультацию и определить способ оплаты теперь можно как в офисе продаж, так и по телефону. Одна из возможностей — сократить личные контакты и не появляться в людных местах. К каждому клиенту индивидуальный подход. Теперь про сам дом и квартиры в нем. От 38 квадратных метров до 78 с возможностью организации пространства таким образом, которым вам необходимо. Акция продлится только до 15 апреля. Сейчас есть уникальная возможность приобрести качественное, комфортное, современное жилье возле парка со скидкой в 10%. 25-этажное здание. Использован лучший мировой опыт. Лобби вместо подъезда, бесшумные лифты, панорамное остекление с тонировкой. На первом этаже гараж-стоянка на 82 машины. Закрытая территория с видеонаблюдением. Продумано практически все. Два детских садика. Один встроенный будет пристроен в первом жилом доме, а также второй детский садик вдоль улицы Макаенко. Парк Челюскинцев, откровенно говоря, это уникальный комплекс. Почему? Он расположен вдоль проспекта Независимости Центрального. Рядом располагаются метро, станция Московская и парк Челюскинцев. Природа. Другие комментарии не нужны, и это доступно. Ни в одной столице жилье премиум-класса не купить на таких условиях, как в Минске. Индивидуальный подход застройщика, клиентоориентированность. Семьи должны жить в своих квартирах, а не платить за съемные. В комплексе предоставляют рассрочку на квартиры. Без процентов на срок до 4 лет. Кому-то подойдет кредит. Партнерская программа кредитования «Ипотека с нами» от Беларусьбанка – это 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 14,19% на остальные годы. Кредитная программа от Приорбанка рассчитана на 5 лет. В первый год ставка составит 5,99%, в последующие 14,18%. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами, либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. Но нужно успеть до 15 апреля, осталось меньше 2 недель, пока действует акция «Минус 10%».